Привет, друзья мои хорошие, с вами Брейн, и сегодня на обзоре игра Майнкрафт. Сегодня у нас будет касаться опять тема машины. Сегодня у нас будет на обзоре, как построить газель маршрутку. Маршрутка у нас будет желтого цвета. Вы можете абсолютно любого цвета брать. Какой вам цвет нравится, такой и берите. Ну что ж, поехали. Так, для начала мы строим колеса. Колеса нашей будущей маршрутки. Так, ставим сюда первое колесо. Теперь определяем ширину маршрутки. Ширина маршрутки у нас, наверное, будет 4 блока. Раз, два, три, четыре. 4 блока сюда. И ставим вот сюда колесо. Нет, нет. Извиняюсь, не 4 блока. Так, Так, раз. И вот сюда вот в 5 блоков ширины, 5 блоков, ну, получается, в 5 полуплит у нас будет ширина нашей маршрутки. Это у нас будет перед маршрутки. Так, дальше мы здесь делаем вот так вот. Передок наш выделяем. Дальше, ребят, мы сейчас определим длину маршрутки. Длину маршрутки нашей. Так вот, раз. Думаю, вот здесь, наверное, будет... Сейчас. Определим. Сейчас, ребят, точно мы определим длину нашей маршрутки, чтобы можно было об что-то опереться. Так, здесь мы строим. Здесь также строим. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В общем, делаем вот такую пока вот раму. Раму нашей маршрутки. Так. Здесь мы будем ставить ступеньки. Это будет капот нашей маршрутки. Капот. Капот маршрутки. Дальше. Здесь мы уже делаем желтое. Потому что маршрутка у нас будет желтого цвета. Здесь мы ставим... плиту. Это у нас крылья образуются уже. Крылья маршрутки. Дальше. Все это делаем мы пока. Сейчас вот здесь примерно мы определим наш. Вот здесь вот так вот определяем. Сюда ставим уже. Здесь у нас будет сейчас, в общем, стоять стекло. Не, довольно у нас низко получилось. Довольно низкий капот. Вот, давайте лучше его сделаем вот таким вот образом. Во. Капот, наверное, будет вот так вот смотреться на нашей маршрутке. Дальше мы ставим сюда стекла. Здесь ставим полублоки. Ой, не полублоки, а обычные блоки. Сюда ставим также стекло и сюда. Сюда блок ставим. Вот уже потихоньку образуется передок нашей маршрутки. Дальше... Здесь мы делаем с вами стекло. Переднее стекло нашей маршрутки. И вот здесь у нас будет уже стоять капот. Капот нашей маршрутки. Здесь мы, наверное, поставим тоже ступени. Вот. Такие у нас ступени получаются. Дальше мы здесь вот так вот продолжаем удлинять. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8. Здесь ставим перегородку. В общем, это, ребят, у нас стеклянная дверь получилась. Вот такая вот стеклянная дверь. Здесь тоже ставим перегородку. Ну, а вот здесь удлиняем в два блока. Раз, два. В полуплиты. Раз, два. И раз, два. Раз, два. Раз, два. Здесь мы вот так вот закрываем. Закрываем, закрываем, закрываем. Так, здесь у нас получается перегородка, опять же говорю. Здесь у нас перегородка. Так будет разделять, типа, салон. Вон там будет у нас салон. А вот здесь у нас будет перед нашей маршрутки. Дальше, ребят, здесь мы делаем вот так вот. Начинаем окна делать маршрутки. Так, давайте здесь, наверное, поставим опять эту ступеньки, чтобы делать полуформу. Так, здесь мы вот так ставим. Здесь, в общем, на этом месте у нас будет стекло.
А напротив у нас будет стоять дверь. Я думаю, каждый встречал маршрутку и знает, как она устроена. Здесь у нас будет дверь. Дверь у нас будет открываться, сейчас вам покажу. Предположим, вот здесь у нас будет еще удлиняем. Еще удлиняем обязательно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пока у нас получается вот такое вот строение. Здесь мы ставим вот так вот под репоком. Довольно длинная маршрутка у нас получается, но тем не менее. Так, сейчас давайте теперь я вам объясню. Здесь мы ставим стекла. Здесь тоже ставим стекла. Получаем, в общем, вот такую вот форму. Здесь мы также продолжаем делать наше стекло. А вот теперь, ребят, давайте я вам покажу, как... вот здесь у нас будет расположена дверь. Здесь тоже будет у нас стекло. Вот таким вот образом. Раз, два, три. В общем, дверь у маршрутки будет открываться вот так вот. Раз, два, три. Ну вот, я думаю, каждый знает, как у маршрутки открывается дверь. Вот таким вот образом у нас будет открываться дверь маршрутки. Так. Ну, в общем, вот так у нас... Вот так вот дверь вот так берет, и вот так вот это двигается, и вот здесь вот так вот... открывается. Сюда, в общем, заходят пассажиры и так далее. Здесь мы, в общем, ставим с вами дверь. Это у нас будет дверь. Раз, два, три. Стекла поставили. Отлично. Сейчас обязательно сделаем разделение. Здесь мы ставим уже задние колеса нашей маршрутки. Все, определили длину нашей маршрутки. Здесь мы получаем... Здесь мы зад маршрутки чуть-чуть удлиняем. Так вот, раз, два, три. Здесь также все закрываем обязательно. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три и раз, два, три. Здесь ставим крыло. И с этой стороны тоже крыло. Дальше, ребят, мы продолжаем создавать нашу конструкцию. Здесь будет у нас заднее стекло, уже последнее. Последнее заднее стекло. Это будет максимальная длина нашей маршрутки. Здесь ставим перегородку. Здесь у нас будет место вот для дверей. Для дверей маршрутки. Кстати, ребят, следующая серия у нас будет тоже «Газель маршрутка, только скорая помощь». Как построить потом скорую помощь. Следующая серия это обязательно будет. Так. Ну что ж, вот мы сделали зад нашей маршрутки. Теперь мы потихоньку делаем вот таким вот образом. Раз. Так, вот, посмотрите уже, какой замечательный перед нашей маршрутки получается. Так. В общем... Давайте сейчас доделаем обязательно салон нашей маршрутки. Берем дубовые ступени. Это у нас получается перед нашей маршрутки. Вот здесь у нас перед маршрутки. Здесь мы ставим с вами перегородку, здесь тоже. И вот так вот крышу начинаем закрывать. Все, сделали. Здесь мы оставляем проем, чтобы пассажиры, короче, вот которые вот здесь будут сидеть, ну, входя вот через эту дверь, могли передавать водителю деньги. И все. Дальше, ребят, здесь мы ставим... В общем, мы начинаем строить уже салон. Раз, два, три. Здесь ставим мы сиденье вот так вот. Здесь ставим по два сиденья. Здесь одно сиденье. Ну, думаю, всем маршрутка известна. Здесь мы ставим вот сюда. Вот. Вот здесь у нас сейчас будет стоять ручка, за которой можно будет держаться. Так, вот раз. Предположим, мы сделали раз. Потом сюда поставим вот так два сиденья. Сюда одно сиденье. И вот сюда вот так два сиденья будут у нас стоять. Здесь у нас получается уже три сиденья. Здесь закрываем стеклами. Окна. То есть это окна нашей маршрутки. Все, сделали. Отлично. Дальше мы закрываем крышу.
крышу. Крышу нашей маршрутки. Все, салон мы сделали. Но мы забыли одну вещь. Берем забор. Я же вам обещал, что здесь у нас будет ручка, за которой можно будет пассажирам держаться. Все, сделали. И вот теперь вот так вот, таким вот образом мы закрываем нашу крышу маршрутки. Все, закрыли. И вот посмотрите, какая у нас уже маршрутка получается. Отличная. Ну, сейчас мы обязательно ее доделаем. Маршрут. В общем, теперь делаем потихоньку зад нашей маршрутки. Это у нас фары. Фары нашей маршрутки. Фары. Ну, не фары, стопы. Стопы, задние фары. Так, здесь мы с вами сделали. Ну, давайте теперь сделаем передок нашей маршрутки. Возьмем, наверное... Так, возьмем лестницу. Это будет в качестве решетки радиатора. Потом рамку берем. Рамка будет. И давайте сделаем... Возьмем какой-нибудь... Так, есть такой у нас глаз. Так, это что у нас такое? Не, паучий глаз нам не надо. Сейчас, ребят, точно скажу вам, что надо взять. Итак, ребят, берем око края. В общем, здесь у нас будет стоять фары. Фары нашей маршрутки. Сюда ставим. Это типа наши фары. А вот здесь у нас будет... Это убираем. Она лишняя. Так, все, убирайте. Здесь будет решетка радиатора. Вот, посмотрите, какая у нас уже маршрутка получается. Замечательная. Так. Ну, чтобы вам было более удобно, чтобы вы отличали двери, мы берем рычаги. Рычаги возьмем. Это у нас будет дверная ручка. Дверная ручка, вот опять же говорю, вот это вот все стекло, ну вот, вот это только стекло, это дверная дверь, передняя дверь. Это ручка, за которой водитель будет так вот открывать и вот туда дверь открывать. Вот, вот таким вот образом. Также делаем мы и с другой стороны, обязательно. Сюда ставим ручку и вот сюда вот так по две ручки. По две ручки уже получается. Это вот это, в общем, вот сюда... Здесь держат пассажиры, и дверь вот сюда вот открывается. Вот, еще раз показываю. Вот сюда она открывается. А вторая ручка, это будет запасная. В случае, если поломается у нас первая. Так, все, сделали. Отлично. Так, здесь мы тоже поставим вот так вот фары. Обязательно надо как-то изобразить. Вот, все, посмотрите, какая у нас уже маршрутка замечательная. Получилась очень красивая наша маршрутка. Так, дальше, ребят, мы берем, давайте возьмем люк, у нас что-то колеса пустоваты, колеса у нас пустые, давайте сделаем диски, диски нашей маршрутки, ставим вот таким вот образом диски нашей маршрутки, здесь мы сделали, сюда мы тоже ставим, раз, и вот сюда вот два. Все, ребят, у нашей маршрутки есть диски. Вот, посмотрите, какая у нас получилась замечательная маршрутка. Здесь давайте приделаем какие-нибудь номера. Сейчас возьмем табличку. Так, берем табличку. Просто вот сюда вот так вот вешаем. Типа здесь у нас... Давайте напишем «Мар». Рутка. Все, готово. Здесь давайте еще что-нибудь прибомбасим. Так вот, раз и два. Вот у нас получилось уже вот так маршрутка. Так. И сюда тоже ставим номера. Номера маршрутки. Здесь пишем тоже маршрутка. Все, написали. И сюда тоже вот так вот номерок. Во, все, ребят, посмотрите, у нашей маршрутки присутствуют номера. Отлично. Ну и все, ребят, вот, вот такая у нас получилась замечательная маршрутка. Здесь у нас есть запасные двери. Вход, выход.
Ну и все. Если вам, ребят, понравилось видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях. А в следующем видео у нас будет такой же обзор, построить газель маршрутку, но только под названием «Скорая помощь». Как построить скорую помощь? В общем, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал, жмите на кнопку подписаться, и вам серыми буквами написано будет, вы подписаны. Обязательно нажимайте на кнопку подписаться, чтобы не пропускать мои уведомления. Ну а с вами был Брейн. До скорой встречи. Всем пока-пока.